И снова всем привет. Мы проходим специальный мануальный массаж. Это подготовка к мануальному воздействию, потом, когда уже жестко мы будем давить. Да? Но вот поначалу мы входим в тело постепенно. Да? Начинаем от общего к частному и от более поверхностного к более глубокому. Сейчас мы растерли до гиперемии, довели уже тело человека. Да? И переходим к вибрационным техникам. Я вам говорил, да, что в принципе у нас вибрации постоянно задействованы в каждом движение. И желательно, если вот вы начали с того, что вот просто покачиваетесь и как бы договариваетесь с подсознанием человека, да, то есть сознательно он может говорить, да, я расслаблен, да, я там уже там выдохнул, я уже все, да, то подсознание, оно как бы страхуется, оно закрепощено, оно, особенно если мы будем жестко сразу воздействовать, оно там может сжаться, да, какая-то мышца спазмировалась, человек может дернуться, да, и у него там совсем с другой стороны потянется мышца. Поэтому делаем все постепенно, вот договариваемся с подсознанием. И самой большой филигранностью вашей работы будет, если вы вот начали качание такое, да, которое вот уже расслабляется поясничка, да, вы его как бы продолжите, то есть вы делаете другие приемы уже, а оно продолжает качаться, видите, да, я вот работаю с шеей, а оно там все равно продолжает качаться, видите. И если мы это доведем до конца нашей процедуры, то это будет прям вообще вау-эффект. И вот мы теперь переходим к вибрациям таким конкретно, вот я тут на доске написал, наша последовательность, да, ноль поглаживания, ну там договариваемся, намазываем масло, анамнез у человека, да, спрашиваем вопрос. Потом растирание, делается быстро, общий от шеи до ягодиц, потом плечо-лопаточная зона, потом пояснично-крестовая и ягодичная зона. Выжимка, это когда мы уже отработанную зону, да, мы просто лимфу выгоняем и все вот продукты распада клеток, да, на вывод к лимфоузлам. Лимфоузлы у нас идут, соответственно, в паховую зону, в подмышечную зону и в подключичную вот туда, вот прямо сюда, до ключицы. И переходим к вибрациям. Тут уже высшая математика начинается. Декартовые координаты – это плоскость стола. Да? В плоскости стола у нас змейка идет и тряска осины. Тут воздействие, вот отдельно написал, паравертебральные мышцы, на них вот в основном мы воздействуем. Дальше 3D-координаты, добавляются вертикальные координаты. Техника каблучки, это мы как бы как каблучком вот так вот вперед, вперед и под 45 градусов вниз простукиваем в реберно-поперечное сочленение. Нас уже кости интересуют, да? Ну здесь тоже, честно говоря, через паравертебральные мышцы мы именно на них воздействуем, на реберно-поперечное сочленение. Этот валик мышечный, да, вот через него мы на них воздействуем. И далее будут цилиндрические координаты, это мы воздействуем подбитие и ротация остистых отростков. Остисты — это вот то, что мы как раз щупаем на спине, да, вот это остистые отростки. Они должны, по идее, быть на одной линии, да, но как у Буратины, получается, они вот, пальчики свернуты в разные стороны, они прямо в каждого остисты должны вот так чик-чик-чик подтолкнуть его. Это не будет прямо какой-то хруст создаст, да, или правку. Это просто для того, чтобы их растрясти. Итак, начинаем. Значит, змейка. Взяли за паравертебральную мышцу. Давайте сначала попробуем на двойной кольцевой захват, как вот в классическом массаже, да, делается. Вот. То есть большой палец идет против других пальцев другой руки, против всех пальцев другой руки. А здесь мы делаем то же самое, только с конкретной мышцей. Прям взяли ее, да, может быть, придется только пальчиками. И вот так вот должны ее такой колбаской вот, видите, протянуть изящно до того места, где она берется. Может там даже, в принципе, и до шеи вот дойти, да. Но есть нюанс. Как я говорю, всегда все дело в нюансах. Начинаем с крестца, вот его раскачиваем, да. И пока мы делаем змейку, то задняя рука, вот эта запястьем, она продолжает раскачивать, видите? Руку опускаем. Теперь тряска осины. Это вот вы ставите руку. Я вам до этого говорил, да, что все движения у нас от бедра идут, да, от корпуса в руку, да, чтобы вам... Для чего это делается? Во-первых, энергичнее получается, да, растирания всякие. А во-вторых, ну и удары тоже так энергичнее получаются. А во-вторых, вы лишний раз мышцы руки не задействуете, да, чтобы она не уставала. То есть, когда работает весь корпус, руки в этот момент отдыхают. И, тряска осины, она делается, вот возьмите так руки перед собой, потрясите прямыми руками, так, чтобы не было их видно, да, чтобы не было видно пальцев.
Вот, то есть тут движение идет от пальцев, да, вы растрясли пальцы на прямых руках. Потренируйтесь там в лесу, допустим, выйдите к какому-нибудь дереву, если вы там потрясете, да, то должен либо зимой снег сыпаться, да, либо там листва посыпаться. Либо, ну поэтому называется тряска осины, да, растрясли осину, чтобы она вот толщиной с руку, деревце, да, чтобы оно вот так вот все растряслось. То есть волна прям пойдет вот до верха, до самого. В этом наша цель. Поэтому мы делаем прямой рукой. То есть, вот видите, я отошел назад. Давление опять будет под 45 градусов вперед и вниз. Начинаем с крестца, прям вот. Переходим, то есть мимо остистых спустились, мимо, да. И по паре вертебральной мышцы вот туда вот идем. Такое вот мелкое такое движение, видите. Если кто-то делает вот такой рукой, да, у вас просто плечо устанет. Так у вас плечо устанет. Поэтому делайте большой шаг и прямой рукой вот так прям вот сжимаете. Следующий прием сразу. Все приемы, естественно, делаются снизу вверх. Каблучки. То есть берем вот так вот раз. Тут помягче пропускаем почки. И где плавающие ребра заканчиваются, вот наши, нас интересует вот эта вот гряда реберная. Вот в нее мы воздействуем. Через паравертебральную мышцу. Тут уже можно посильнее. Можете менять амплитуду, да? Тут, допустим, нет проблем, по-быстрому прошли, а вот тут вы чувствуете, что это такое, да? Выпирает прям так раз, раз, достаточно сильно. И вот уже раздался хруст, уже ребро можно вправить. И следующие цилиндрические координаты. Она же, смотрите, вот, она же выжимка. Вот такая мы идем, да? Она же тестирует между остистыми отростками и паравертебральной мышцей. Сюда ныряем большим пальцем. Подушечка пальца очень чувствительна. И проверяем, где какой-то идет мышечный тяж там, да, где-то позвонок сдвинулся, где-то какой-то бугорок будет, да, жировик там, липома, гидрома, там что-нибудь тут может вылезти, да, и мы тогда человеку говорим как диагностика, да, что это то-то и то-то, будем обращать внимание вот на это место, здесь у тебя мышечное напряжение идет под лопатку, да, как бы сразу его тестируем. И с другой стороны мы этим же пальцем подбиваем остистые, вот прям в них. Подбить можно, если человек терпит, да, можно прям вот так вот жестко сделать. Вот такое вот глубокое, да. Если не терпит или ноготь вам мешает, да, то палец можно вот так развернуть. Или вот так вот поставить, вот этой косточкой уже. Вот вторая рука с утяжелением. И так, начинаем. От места L5, где начинается позвоночник, да, вот я поставил. Палец достаточно глубоко. Терпишь, нормально? Да. И вот подбиваю их, видите. И выжимку одновременно делаю, и тестирую, и вот за ребра, видите, цилиндрические координаты. То есть у нас идет ротация по оси. Да, вот тут было болезненно. Видели, качалось и здесь, и вот я по оси разворачивал, по оси позвоночника, да, вот в ту сторону. Да, и это вот он кряхтит, да, это первый показатель того, что мы, для подсознания, да, что мы сейчас будем работать дальше еще глубже. Переходим на кулачковые техники, где закончили там, и продолжаем теперь работать кулаками с плечо-лопаточной зоной, но об этом в следующем сете. Это был сет номер 3, следующий сет будем кулачковые техники проходить, сет номер 4, с вами был Олег Алавгудвин. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, и я вас еще много-много чего научу.